Торговая марка Троекурово. Полезная птица для вашего здоровья. Даже сразу и не узнаешь, что это за растение. Весьма причудливые линии, гроздеподобные плоды или ягоды, или бутоны. Качанчики! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим блюдо из всех капуст, а мы, согласитесь, к капусте далеко не равнодушны. С капустой у нас, пожалуй, самой непопулярной. С брюссельской. Начинаем готовить. Насчет популярности, конечно, могу ошибаться, но так сложилось исторически. Первое упоминание об этом красивом растении относится к 1821 году. Овощеводы Бельгии потрудились и вывели чудо-овощи из капусты листовой. Карл Линней описал подробно и назвал капустой брюссельской. Да вот наши сельские угодья да огородные владения оказались не слишком для нее подходящими. И культура капризна, и климат суров. Наверное, поэтому, когда читаешь о полезных свойствах этих качанчиков, бутончиков и белок в них есть, и витамина С, как в черной смородине. Начинаешь сомневаться прежде всего в предлагаемых рецептах их приготовления. Судите сами, считается брюссельская капуста очень хороша свежей в салатах с яйцом, картофелем, редиской. Но, во-первых, свежей с грядки мы ее, если даже и пробовали, она горчит. Салатное удовольствие получается на любителя. Во-вторых, и это вследствие сказанного, самое распространенное в наших пределах предложение – замороженная брюссельская капуста и свежие салаты – вещи несовместные. Однако и в целом в кулинарном арсенале рецептов с нею, скажем так, не богато. Отварить и в салат, отварить и обжарить в сухарях, отварить и добавить в рагу, отварить и запечь в сметане. Да, термически обработанная брюссельская капуста пусть снижает свои ценные свойства, зато выигрывает во вкусе. Но, согласитесь, так хочется чего-нибудь поинтереснее и даже попраздничнее. Рецепт пришлось искать, но он найден. И сейчас вашему вниманию. Курица с брюссельской капустой. На сковороде обжарить ломтики бекона, лук, чеснок, брюссельскую капусту. Соль, перец по вкусу. Тушить под крышкой 10 минут. Остудить, разбить в блендере. Тушку цыпленка торговой марки Троекурово натереть солью и перцем. Начинить капустным фаршем. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 1 час. Подавать лучше порционными кусочками с гарниром из начинки, прилитой лимонным соком. Ну, о начинке мы сегодня рассказали подробно. Сейчас о курице. Куриное мясо торговой марки Троекурово богато витаминами группы В и микроэлементами, поскольку до 70% рациона цыплят составляют зерновые культуры – кукуруза, пшеница, соя, выращенные в экологически чистых районах Поволжья, Западной Сибири и Юга России. Торговая марка Троекурово – полезная птица для вашего здоровья. Удачного дня, вкусных рецептов! Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. До встречи!